Ладно, подожди, он ко мне идет. Что, пойдемте? Так у меня нет денег оплатить. Нет денег оплатить? Нет у меня с собой денег. Ну, просто ставим протокол, придете в ГАИ на разбор. Ну, пишите. А тут есть бампер, будете... Давайте машину. Я не смогу проследовать, потому что меня могут сбить. Вы понимаете это? Я вам обеспечу то, что вас не собьют. Уходите, я закрою движение. Нет, я не могу. Я закрою все движение. Но по правилам дорожного движения я тоже не могу выходить с машины. Вы обязаны явиться в место для рассмотрения административного процесса. Это является наш патрульный автомобиль. Так посмотрите, где автомобиль стоит и где я стою. Подъедьте к нему. Как я подъеду? Задом. Задом? Вы же не на перекрестке, вы можете двигаться задом. Нет, я точно не поеду задом. Не будете. Я тогда хочу вас проверить на степень физического состояния. Давайте проверим. Вы белые, потому что всегда так или... Ну, давайте проверим. Здесь буду проверять? Ну, давайте мне здесь. Надо, чтобы вы патрульную автомашину проследовали. Я не смогу в нее проследовать. Почему? Потому что я не могу. Объясните причину. Ну вот, мои причины я не могу. И случилось, и не могу, да. Вы сейчас подъедете к патрульной автомашине, и выйдете с нее и присядете в пол. Не смогу я это сделать. Я не смогу это сделать. Почему? Ну, потому что. У вас штаны порвались или что? Да. Этого никто не заметит. Вы подъедете и пересядете в патрульную автомашину. Но я не смогу это сделать. Почему? Ну, у меня есть на это свои причины. Ну, например, хоть одна причина. Вы не подчиняете мои требования. Какие вы причины подчиняться моим требованиям? Ну, почему я должен подчиняться вашим требованиям? Потому что я все сделал для того, чтобы вы составляли протокол. У меня еще с при общении с вами возникает подозрение о вашем физическом состоянии. Давайте его проверим. Надо проверить. Ну, я не знаю. Я не знаю, как вы находитесь. Ну, может быть, все с вами хорошо. Может, у вас температура. Может, вы под воздействием алкоголя, наркотиков. Это все производится в патрульной автомашине. Нет, это производится не в патрульной машине. Это на свидетельстве не производится, да? Вы согласны ехать? Нет. Так я и предлагаю. Составляйте протокол и поехали. Куда? На свидетельство. Здравствуйте. Здравствуйте. А меня нормально слышно? Да. А я вас слышу. Здесь подразделение ГАИ, капитан милиции Пандор. Слышите меня? Да. Чтобы удостовериться в вашем физическом состоянии, я вас приглашаю в свой автомобиль, где произведется алкотест, у нас есть алкотест, да? И мы проверим ваше физическое состояние, если вы пьяны. Естественно, это будет основанием проследовать к врачам. Если нет, я извинюсь, естественно, на вас будет составлен административный протокол по части 200 статьи 18.12, а в частности глава 4 пункта 35. Угу. Проследуйте наш автомобиль. Я не проследую ваш автомобиль. Вы отказываетесь от пробывания. Составьте протокол, и мы поедем на свидетельствование. Нет, я вам говорю, что пройдите к нам машину для освидетельствования на предмет состояния. Находитесь в состоянии алкогольного, либо не находитесь. Давайте здесь проверим. У меня сюда провода не хватит. Ну, ко мне подключимся. Что? Ко мне подключимся. Куда там надо подключаться? В вашей бортовой сети я тоже не уверен. Вот вы к нам присядьте, у нас там... Я не смогу к вам пройти, так как... Что? Меня, во-первых, могут сбить. У меня есть на это... Не надо, не надо. У меня есть на это причина. Я не могу выйти с машины. Я не смогу выйти с машины. У меня есть на это свои причины. Я при понятых сейчас у вас спрошу. Это будет отказ. Если у меня состояние алкогольного опьянения, либо
нет. Вот здесь я вам еще раз предлагаю. Вы можете сесть в мой автомобиль и пройти тест на состояние определения алкоголя. Ставить протокол, что мы его проходим, и чтобы конечно, свидетель тоже подтвердил там, это. Конечно, все там. Вот, пройдем. Давайте составим протокол, и я пройду. Составим протокол, и я конечно, пройду к вам. Пройдемте в машину нашу, и там все составим.